Стремление иностранных студентов попасть в высшие учебные заведения Европы вполне понятно. Когда же выпускники европейских школ стремятся на учебу в вузы Турции, это вызывает легкое удивление. Неужели турецкие университеты так хороши? Смотрим вместе. Начнем с качества образования. Дело в том, что еще пару десятилетий назад правительство Турции стало вполне осознанно вливать серьезные средства в образовательный сектор, поставив перед Министерством национального образования задачу по выводу турецкой образовательной системы на европейский уровень. Это постепенно дало очень неплохие результаты. Сейчас уровень образования в университетах Турецкой Республики ничем не уступает европейскому. Турецкий диплом признан среди стран Европейского Союза. Турция активно участвует в программах обмена студентами в рамках Erasmus. Да, поступив в турецкий университет, можно попасть на учебу и в европейский вуз. Вот еще момент, который способен многих удивить. Знание турецкого языка для обучения не обязательно. На выбор предлагаются английский, немецкий и французский. Помимо этого, в первый год предоставляются курсы по обучению национальному языку. И ко второму году студенты уже вполне свободно общаются друг с другом на турецком. Познакомимся с пятеркой самых престижных университетов страны. Билкент – самый престижный вуз Турции. Этот частный университет открыт в 1984 году. Он славится своими особенными стипендиальными программами и талантливыми выпускниками. Основная специализация – политология. Ближневосточный технический университет основан в 1956 году. Известен как самое первое высшее учебное заведение Турции европейского типа. Основная специализация – международное сотрудничество. Босфорский университет был открыт в 1863 году как школа, однако позже стал университетом. Особенно известен своим факультетом вычислительной техники. Университет Сабанджи – вуз широкого профиля. Впрочем, тут преобладают экономическое и финансовое направления. Университет Коч открылся в 1993 году для желающих обучаться биологии и фармакологии. Лучшая реклама заведения – его выпускники. В 2016 году они стали лауреатами научной премии Тьюба. А вот и стоимость обучения в этих университетах, если не удалось поступить на бюджет. Уже учитесь в турецком вузе или возникли вопросы? Задавайте их и делитесь впечатлениями в комментариях под роликом. Что же нужно желающим поступить в турецкий вуз? Первым делом нужно подать заявление в Центр по отбору и зачислению. Его примут, если вы не гражданин Турции, имеете гражданство одной страны, знаете хотя бы один иностранный язык. Уверенные знания турецкого и английского станут преимуществом при поступлении. Документы для поступления. Школьный аттестат, итоги международных и национальных тестирований, другие документы по запросу вуза. Узнавайте свежие новости о Турции в нашем телеграм-канале. Turk Estate. Осуществи свою мечту. Живи у моря уже сейчас.